Оля, давай сейчас поговорим о технике РПТ. И не в глаз, а в бровь, или не в бровь, а в глаз, да? Первый вопрос, смотри. Резани, попробуй. Первый вопрос. РПТ у многих сочетается, да? Во всяком случае, вопросы ко мне такие приходили разноплановые. И есть опыт на белорусском рынке, когда заходили люди, которые упоминали слово РПТ, хотя как саму технику не давали. Во всяком случае, они не были официальными представителями там Саймона Роуза. И было подозрение на создание какой-то секты. Да? Кроме того, вот вопрос, который мне был, прозвучал, РПТ и саентология. Насколько это одно и то же или не одно и то же? Скажи, пожалуйста, вот сектантские взгляды и подходы в РПТ. Начнем с этого вопроса. Есть, нет, и что тебя связывает с этой сектой? Какой кошмар. Так, ну смотри, так получилось, что я веду РПТ, так получилось, да. И изначально, когда вообще я познакомилась сама с этой техникой в конце 2012 года, и я вообще не знаю про РПТ вообще, я просто отправила некий запрос во Вселенную, получается так. И я тогда не понимала, что я делала, я просто четко понимала, что мне нужно что-то очень сильное, вот что-то вот очень мощное, вот для меня, лично для меня. Ну, мы все когда-то решаем как-то, да, свои вопросы, и, видимо, тогда пришел вот мой черед, хотя для кого-то, в общем-то, люди живут иногда так, как живут, и не ставят перед собой каких-то таких задач. Но мне тогда интернет-система выдала вот такие ответы. И я, когда почитала, я поняла, что, в общем, это то, что мне надо. Вот я очень хочу вот это вот, именно это. Я стала искать для себя вот тогда, ну, выходы, как мне вообще, как мне получить вот такие какие-то результаты, вообще что-то сделать с собой, да, со своей жизнью. И очень быстренько все тогда для меня сложилось. Нашелся тренер, который был вот тогда в Петербурге. Сейчас я в Петербурге тренер. И для меня тогда, я на своем вот этом первом РПТ проработала мощный очень совершенно заряд. У меня поменялось тогда многое после этого. И меня никто туда, во-первых, не тянул, я сама искала. И я нашла и стала дальше искать, где мне побыстрее и как мне это сделать. У меня сложилось тогда по деньгам. То есть все вот, ну как-то, да, там человек пошел, да, мне навстречу в какой-то рассрочке. Вот было сложно. Но мне это надо было, и меня никто не тянул. И за что, в общем, благодарность, да, людям, которые шли мне навстречу, в том числе. И речь о том, что вот все мои студенты, которые у меня проходили, кто-то сейчас продолжает в этой технике прекрасно работать, кто-то ушел в какую-то другую, пошел по другой стезе, и это была отправная точка, вот мой тренинг для того, чтобы люди изучали, исследовали мир вот так. А кто-то вообще решил свои проблемы, отказался, и мне дают и такую связь, что я сейчас, мне хорошо. И это ли не обратная связь прекрасная, да, что нам еще нужно, если мы работаем для того, чтобы хорошо было человеку. И человек, у него есть выбор идти, не идти. Я своих студентов объединяю не чтобы объединить, а я говорю, что если хотите, я с вами буду на связи. Хотите, я добавлю в свой чат, и какие-то вопросы там люди освещают, я отвечаю, да, может быть, вам пригодится. То есть никто никого, извините за уши, никуда не тянет, ну я, по крайней мере, да. Для меня это не секта, для меня удивительный этот вопрос, скорее так. Вот, потому что, ну не знаю, да, есть уровни прохождения, но это только объясняется системой. Потому что вот я провожу два уровня, обучаю, и это совершенно разные уровни, и разные точки входа, разные модели. Третий уровень, он для тех людей, которые потом хотят уже сделать это, может быть, своим бизнесом, своей работой, переориентироваться в профессии. Или, ну, профессии здесь
тоже разные варианты могут быть, конечно, в плане того, что если это человек с медицинским образованием или с психологическим, то, конечно, это может быть частью профессии, да, почему нет, люди понимают, как это приложить и уже знают и на своих клиентах, и на себе, как это работает. Если это человек с каким-то техническим образованием, ну, понятно, что он не может здесь выстроить это как профессию, просто потому что, ну, в рамках законодательства это невозможно, да, но как отправной точкой, опять-таки, для изменения своей жизни по любой дороге, да, опять-таки, это вполне возможно, и никто здесь никак не контролирует, как это происходит. Нет задачи записать побольше, там, да, есть задача предложить, сказать, что вот есть такой инструмент, вот такой, там, РПТ, есть АМ, они прекрасно сочетаются, есть метафорические карты, которые я тоже показываю, как соединяются с РПТ, потому что про метафорические карты тоже здесь своя история есть. Вот, поэтому здесь нет никакой секты как таковой, я об этом не знаю, по крайней мере, да, я все-таки тренер, я должна была бы это знать. Вот, ну, вот на сейчас так. Скажи, пожалуйста, вот если углубиться в технику, что лежит в основе техники? Вот там какие-то регрессивные моменты, какие-то проработки, что такое эти реперные точки, вот если брать курс. Вот немножко углубься в эту тему, что человек может проработать, какие проблемы он может решить, если он пойдет. Я знаю, что регрессологи используют эту технику. Я знаю, что кто-то не называет это, например, техникой РПТ, хотя, вот, ну, возможно, это не... Ну, скажем, у каждого свой почерк, да, назовем это так. Это вот в основе лежит, знаете что, как это сказать, так, чтобы это не было частью тренинга. В основе лежит принцип согласованности, опять-таки, единства, да, о том, что в наших решениях, если мы чего-то хотим, то у нас должны быть все наши, ну, центры согласованы, да, то есть не должно быть лебеди, рака и щуки, когда голова думает одно, надо туда, сердце кричит, нет, хочу обратно, а тело вообще лежит, сидит или вообще не хочет двигаться. И если даже голова поднимет тело и скажет, нет, ну надо, не факт, что как бы здесь что-то будет хорошее. Хотя кто знает, да, то есть мы работаем здесь с теми блоками, которые почему-то появились в нашей жизни. Вот мы вот это ищем, где это почему-то, и устраняем, ну, некие шаблоны, которые нами управляют. Мы берем таким образом власть, ну, условно, в свои руки, то, что мы можем, за что мы можем в этой жизни отвечать. На самом деле нет никаких чудес. Нет, опять-таки, возвращаясь вот к вопросу о том, что наполняет эту технику, и нет никакой магии. Мы работаем с определенными четкими вещами, с нашей памятью, с нашей родовой системой, с архетипическим этим общим, о чем говорил еще Юнг. Вот, и просто здесь прекрасная сама по себе система есть. Можно отдельно похватать что-то, что-то соединить, в розницу как-то поработать, а можно объединить это в систему, и это прекрасно работает. Вот. И это разные РПТ-1, это техника работы с травмой, со вторичными выгодами, то есть то, что нас удерживает в этом состоянии травмы, например. Мы не задумываясь, но мы часто так живем, да, когда есть такой стереотип, шаблон, когда эмоции рулят, и мы хотим недополученное в детстве, например, переложить на своего партнера. И вот, как пример, мы можем долго там обижаться, говорить на языке претензий, да, а можно действовать по-другому. Да, и это тоже про ответственность, которую мы возвращаем. То есть это про некое взросление, про взрослость, про ответственность за то, что мы, как мы живем. Вот, и здесь про многое, и про психологию, и про все остальное. Кому больше подойдет РПТ? Это профессиональная аудитория целевая, или это аудитория, ну, более широкая, может быть, эзотерическая, может быть,
саморазвивающиеся? И может ли человек сам с собой, работая, использовать техники РПТ? Может сам с собой, может, прекрасно это работает. Люди сразу говорят мне эту обратную связь. Например, у нас там перерыв, когда я провожу первый уровень, и потом несколько дней перерыв, вот такое бывает, да, и потом второй уровень, то люди успевают применить эту технику за это время и приходят, вау, как это круто и для меня, и для кого-то. Был пример, когда у меня девочки приходили после первого дня, они уже попрактиковали с собой и с кем-то, и это очень было для меня удивительно. Они уже пришли с готовыми вопросами, а как это дальше, да? То есть вот у меня был такой результат, а теперь что дальше? И для себя, и, конечно, для профессионального использования работает прекрасно. Люди получают результаты от своих клиентов, очень довольны. И сейчас много людей, которые ищут, которые ищущие себя, свою такую честную жизнь, честную в плане, ну, я не хочу жить как раньше, я хочу так, чтобы это вот было мое. И в этом смысле люди совершенно разных специальностей ищут такие тренинги и приходят, чтобы... И у них даже нет как бы некой какой-то основы, просто интерес к жизни, назовем это так. Но им, у них получается быть вот тем исцеляющим звеном для кого-то и не только для себя. Работает и так, и так. Работает и для тех, кто занимается самопознанием, саморазвитием, для тех, кто уже твердо стоит на ногах и является хорошим специалистом в так называемых помогающих практиках. Я скажу, что это напоследок, наверное, вот к этому вопросу, что это прекрасная, по сравнению с какими-то еще другими техниками, прекрасная экологичная техника, да, когда здесь есть четкая ответственность клиента за его процесс. Вот, и это тоже работает само по себе даже. Вот, мы с этим совсем... То есть это и это обучающий терапевтический курс. Если говорить о тренинге, то здесь человек и получает этот инструмент как инструмент, это само по себе ценно. Но кроме того, что вы получаете там два учебника в придачу, да, и теоретические знания, вы получаете практику, потому что вы натренировали в практике опыт, получаете ответы на вопросы тут же в режиме онлайн. И вы сами с собой тоже уже на этих, за эти там 6 дней прекрасно можете изменить свою жизнь, свое эмоциональное и физическое состояние. Вот в этом ценность, конечно, хорошая, большая. Возможно, вспомнишь какие-то самые яркие результаты у людей, с которыми они с тобой делились. Вот что тебе запомнилось за время, пока ты с ними взаимодействовала или там с клиентами? Ну, вот недавно сравнительно порадовала обратная связь моей клиентки, которая изначально хотела со мной работать только в технике РПТ. И она, ну, мы работали с ней еще с картами, да, вот здесь вот этот микс метафорические карты с техникой РПТ. И я недавно ее пригласила на там свое мероприятие, и она мне написала такую смс, что «А у меня сейчас в жизни все хорошо». И вот после своей завершающей сессии РПТ, да, у нее их несколько было, она, во-первых, написала вот мне прекрасный отзыв, сама попросила, да, можно я вам напишу. И написала о том, как какой-то камень с плеч, в буквальном смысле, причем вот не только своего такого вот травматичного опыта, а вот по родовой линии. Да, и она его легко сбросила, и быстро, не неделями, не месяцами и не годами посещая там психологов, психотерапевтов, а это сравнительно очень быстрый инструмент. И вот она прислала такую связь, что мне сейчас нечего исцелять, у меня все хорошо, да, как бы, ну, практика практикой, как бы это интересно, что-то новое, но сейчас мне не с чем поработать даже. И это вот для меня очень хороший такой пример того, как не надо
надо, опять-таки, и клиентов-то не надо за уши тащить, ну, приходите, да, ну, я еще вот это могу. Человек, это его право, его жизнь, когда сказать, там, стоп-терапии, например, и в этом ценность, да, и нужно остановиться и правда уже пожить жизнью, да, какой-то другой. И для меня вот это очень показатель был, да, потому что можно уйти, на самом деле, с любой сессии, с любого, после любого, любой практики в любой системе с эффектом вау. Это вот этот с вау эйфории, как все круто. Но на самом-то деле практика показывает то, что проходит день, другой, третий, и происходят откаты, происходит возвращение состояния, ситуации. Вот, поэтому всему свое время, всему свое место и мера, наверное, так. По поводу откатов, вот сразу зацеплюсь за эту фразу. Дело в том, что в очень многих техниках действительно есть вау-эффект, и в очень многих техниках говорят, что после того, как человек поработал, человека потом накрывает откатом, ему потом там в течение недели-двух плохо, и вот все в его жизни меняется, и все деструктивно. Вот. Более того, проблемы возвращаются после того, как их проработал. Вот по РПТ я такого не слышала. Более того, я слышала от известного минского психотерапевта о том, что наоборот, что в РПТ откатов практически нету. Что в РПТ на самом деле? Вот у тебя опыт на самом деле большой. Угу. Что в твоей практике? Ну, во-первых, скажу такую истину, и не побоюсь этого слова, но это не моя истина, она известная, панацеи нет, да, и здесь точка. Ну, дальше мы сейчас ее многоточие развернем, конечно, от этой точки, но это правда. А правда в том, что есть, сейчас сформулирую, как бы это, человек приходит тогда, когда он готов расстаться со своей проблемой. И здесь вопрос и экологичности, и когда он готов, у него есть на это ресурсы, да, он близко к этому решению. И сложность возникает тогда, когда хочется всего, много, сразу, и тогда действительно даже тело, оно не в состоянии успеть за этими трансформациями. То есть, когда мы сами себя куда-то гоним, это не всегда нужно слушать голову, да. И даже сейчас я, может быть, рискую тем, что я говорю, вот не уговариваю, да, давай, надо приходить все равно. Но это правда, нужно прислушиваться к себе, и это будет тогда и честно, и результативно. И есть наблюдение, когда, ну, я не могу сказать вот по своей практике, да, о том, что какие-то глобальные откаты есть или не глобальные. Есть проблема, есть решение, вопрос. Вот опять-таки, возвращаясь к тому, что происходит, мы не занимаемся магией никакой. Мы не машем волшебной палочкой, и после этого, там, скажем, лягушка не превращается в царевну, сама по себе. Что я вижу? Я вижу там другие глаза, я вижу уверенность, я вижу, слышу у человека другой голос, я вижу, наблюдаю потом его другие действия там, в жизни. И к этим другим действиям это про то, что у него появился ресурс. Мы возвращаем ему ресурсное состояние. Оно не такое, ну, нагруженное откуда-то как-то сверху, да? Мы его возвращаем, потому что оно изначально в нем было. Просто счищаем то, что нужно было счистить. И когда оно есть, это состояние, оно уже никуда не может деться, оно просто потому что есть, оно и было, да, но оно было так, закрашенное чем-то, как шелуху, да, вот мы сняли эту шелуху, оно снова есть. Но дальше-то человек сам, его право, его выбор использовать этот ресурс, который есть, по-новому, и в принципе использовать. Или продолжать, например, обижаться, хотя он уже может напрямую сказать, ты знаешь, мне нужно твои, там, я хочу, чтобы ты со мной побыл там полчаса, да, я хочу с тобой поговорить, ну, мужу, жене. И это ресурс уже открытости, честности, прямоты, да, ответственности или чего-то другого, смелости когда-то, или теплоты, любви, да, самому сказать об этом. Или можно продолжать, имея
как бы тот же ресурс, уже так написанный на бумажке, да, в сессии он вышел. Это в этом, знаете, честно, здесь в этой технике в том, что я сама, как терапевт, я ничего не гружу человеку, надо так жить или так нехорошо думать, да. Здесь моего ничего нет. Интересно со стороны наблюдать о том, что это весь полностью процесс человека. Если он мне сначала, в самом начале говорил, что у него обида, злость, печаль, тоска на 10 из 10 или 15 из 10, да, то в конце он сам говорит, что этого нет. И я ничего ему не объясняю, как жить. Так вот, это право выбора человека, как ему теперь распоряжаться тем ресурсным состоянием, которое у него появилось. И в этом выбор, и это уже я здесь тоже ни при чем, техника ни при чем. Это его возможность увидеть мир по-новому. Я могу доработать с ним, да. Есть такое наблюдение, что есть что-то, как то, что уходит слоями. Такое, да, и это не про откат, это про то, что есть улучшение. Нужно просто постепенно двигаться дальше. Это как мы не можем за один день решить проблемы или за одну сессию, да даже за две, которые копились всю жизнь, все проблемы, причем не мной одной, например, да, а еще там кем-то в моем роду, например. Да. И если я хочу каких-то мега-результатов, ну, я должна четко понимать, что, ну да, много изменится. Но не факт, что все. Здесь вопрос ожиданий тоже вот он принципиальный. Поэтому мы четко оговариваем в самом начале, что вы хотите в результате. Вот. И техника работает, работает сильно, мощно. Я использую иногда с чем-то еще, иногда саму по себе. Вот. И на самом деле это вопрос состояния терапевта. Да? Мы все работаем с состоянием. И этому мы тоже учимся нарабатывать это состояние. Скажи, пожалуйста, еще один такой момент. Из того, что мне просто понравилось, мне очень понравилось, как в РПТ проводится работа с сопротивлением клиента. Да? Иногда клиент приходит, вроде у него есть запрос, он вроде хочет решить проблему, а начинаешь копать, так как там травмы, и вдруг клиент меняется, и вдруг ему ничего не надо, и понеслось. Разные варианты бывают проявления человека. Скажи, пожалуйста, ну, углубься, пожалуйста, для тех, кто профессионально слушает. Я знаю, что, например, психологи, которые выходят из стен вузов белорусских, проблему сопротивления клиентам решают вплоть до такого. Вот если у тебя сопротивление, значит, пожалуйста, я с тобой буду работать дольше, сопротивляйся сколько хочешь, двойная оплата. На мой взгляд, это загнать клиента в угол, да, а не решить его психологическую проблему, то есть включить еще и жадность к тому. А вот, в РПТ я увидела очень профессиональный подход именно по работе с сопротивлением. Вот чуть-чуть для таких, кто работает через повышение платы за сопротивление. Как можно решать по-другому? Да. Ну, во-первых, конечно, это вопрос ответственности. Да? С одной стороны, клиент уже сам молодец, что он пришел на сессию. Да? И это про то, что он берет эту ответственность, и он хочет решить свою задачу. Но, с другой стороны, о чем мы говорим, конечно, если человек обращается, да, и это уже, соответственно, выхода другого-то нет, он не видит. И в этом смысле он подтверждает свою готовность. Да? Другое дело, что да, действительно, на сессии эта готовность, она может так раствориться. Или, ну, честно говоря, я не могу сказать, что вот на моей практике прямо сильное сопротивление происходит. Но есть инструменты, которые, да, помогают человеку двигаться. Я не насилую. Есть иногда нужно поставить на паузу, да? Иногда нужно, ну, опять-таки, на паузу мы не можем поставить, отпустить человека в травматичном состоянии, да? Это невозможно. Поэтому мы в любом случае, человек от нас уходит, и он уходит в ресурсе, в этом и цель. Вот. А касаемо сопротивления и его преодоления, это можно делать мягко, можно делать жестко, можно делать красиво. Вот. Но в любом случае это ответственность и выбор человека, на каком этапе, как он берет изменения. Да. Может быть, он сегодня не находится в том ресурсе, когда ему нужно
перекопать там условно всю свою жизнь, весь свой род, и он находится вот ровно в той точке, в какой он может взять, да, эти свои изменения. И мы с ним это оговариваем, да, о том, что можно пройти дальше, как вы, насколько вы готовы сейчас это сделать. Это ваша ответственность, это ваша сессия, да, я не могу за вас ее прожить, да, решайте. Поэтому совсем всегда можно договариваться со всеми, да, вот этот вопрос, как мы это делаем. Можно делать это, правда, по-разному. Но этот вопрос, да, который мы решаем. И решаем, конечно, не деньгами, да, потому что загнать человека в дополнительную травму, у меня лично такой задачи нет. Вот, поэтому нагрузить ему еще травму, взять за это деньги, нет. Я так не работаю, а там мы мягко и экологично это делаем, конечно. Что бы ты хотела сказать тем слушателям, которые, ну, вот сейчас будут смотреть этот ролик, и вот они не знают, надо им в жизни это или не надо, и вообще, о чем это, и для чего это? Вот в двух словах для человека, который вот открыл, смотрит и не понимает, о чем мы говорим, но в принципе он-то открыл не случайно, да, и зачем-то это прилетело в его жизнь. Случайностей не бывает, это правда, и я наверняка вот уверена, что наверняка из вас есть те, кто ищет, ну как я когда-то, что-то вот очень-очень, ну то, что будет работать. И я тогда вам скажу, приходите, это будет работать, это будет для вас. Точно так же, как для тех из вас, у кого как бы все хорошо, и сейчас нет какой-то остроты ситуации, ну, вы что-то ищете новое, вот, или вы рассматриваете какие-то вещи современные и эффективные, и я и вам скажу, приходите, вам тоже будет с чем поработать, это будет интересно, и вы сможете это взять как такую палочку-выручалочку для разных ситуаций, это правда. Для тех, кто совсем не понимает, о чем речь, прислушайтесь к себе и тоже приходите. Я уверена, что в этом будет для вас будет хорошая обратная связь, потому что всегда есть, поработать-то всегда есть чем. Да? И это изменяет, правда, изменяет уровень энергии, изменяет видение мира, дает ресурсы, когда все это есть, мы и жизнью-то можем по-другому распоряжаться. Да? Что самое ценное? Конечно, время. Поэтому почувствуйте, да, попробуйте воспользоваться ситуацией, тем временем, которое у вас есть сейчас на принятие решения, на то, что воспользоваться вот моим приездом, может быть. Прислушайтесь к себе, поищите, приходите на гостевую встречу, да, иногда решение приходит вот в какой-то один момент, и долго не надо мучиться. Да, если есть отклик, то тогда нужно этому отклику довериться. Попробуйте это сделать так. Спасибо вам за то, что смотрели, и за интерес ваш. До встречи. Спасибо.